Добрый день, Цураем Туфин. Мы на сайте ahas.org, и сегодня мы с вами поговорим о глаголах PL с повторяющейся парой букв в четырехбуквенном корне. Этих глаголов довольно много, и мы сравним их с однокоренными словами, однокоренными в кавычках, потому что мы говорим о родственных корнях, а не однокоренных. Например, «беза» – это мародерство, награбленное имущество. «Ме вас без» – транжирит, тратит. «Буа» – это «волдырь», «пузырь». «Ме ва беа» – образовывает «пузыри», «волдыри». Обратите внимание, корни очень похожи. Буква «бет» и «айн». И здесь тоже у нас в корне два раза повторяется «бет айн». Аналогично у нас было в предыдущем случае – Бет зайн, и в корне повторяющаяся пара бет зайн дважды. Галь – это волна. Мегальгель – вращает. Гам – также, тоже. Мегамгем – заикается. Как бы два раза одно и то же говорит. Дав – это лист бумаги. Лист дерева будет называться «але». «Дав» – это лист бумаги. Лист с текстом, например. «Медавдев» – листает. «Зя» – это «пот». «Мезаазя» – сотрясает, потрясает, ужасает, как бы вгоняет в пот. «Тиюль» – прогулка, экскурсия. «Метальтель» – переносит с места на место. Типа – это капля, метавтев – капает. Амум – глухой, незвонкий, тусклый, матовый. Меамэм – затуманивает, делает незаметным, тусклым. Хеара – замечание, примечание. Меарэр – апеллирует, сотрясает. Цах – чистый, прозрачный. Мецахцеах – начищает, наводит блеск. Цам – постится, голодает. Мецамцем – сокращает, сжимает. Эсег – достижение, успех. Месагсег – преуспевает, процветает. И еще здесь в материале представлены глаголы, не имеющие связи с трехбуквенными корнями. То есть мы не так легко можем найти однокоренные или слова с родственным корнем среди других типов глаголов. Например, путает мевальбель, мерцает мехавхев, ну, например, звезда мерцающая, мехархер хрипит, метате подметает, Мехашкеш виляет, виляет хвостом, о собаке, например. Месахсех вызывает конфликт. Мефатпет болтает, имеется в виду разговаривает не по существу. Мефальпель добавляет перец или искусно развивает тему. Что-то интересно рассказывает, связывает логически. Мецавцев свистит, сигналит. Мекашкеш делает что-либо без цели, болтает, речь идет о тоже разговоре, или черкает. Мешаашеа развлекает. Мешавшев натирает, трет. Мы с вами на сайте ahas.org. С вами был Марк Харах. Заходите на сайт. Спасибо за внимание.